у Харли Дэвидсон нет конкурентов. Нет конкурентов. Даже такой мотоциклетный концерн, как Индиан сегодняшний мотоцикл, он все равно не конкуренция Харли Дэвидсон. Потому что тот, кто ездил на Харли Дэвидсон, он никогда уже не будет ездить на чем-то другом. Кавасаки, Ямаха, Хонда, Сузуки. Вот они конкуренты между собой. Вот эти четыре компании, они конкурируют между собой. Они никаким образом не конкурируют с Харли Дэвидсоном. Харли Дэвидсон вне конкуренции. Как патриот United States, да, я бы хотел, чтобы Харли Дэвидсон остался на территории Соединенных Штатов Америки и никуда отсюда не двигался. Но экономически, как я уже говорю, я же не разбираюсь. Может, это и лучше будет, что его туда перенесут. Я не поддерживаю то, что президенту не дают заниматься своим непосредственным делом. И вот сейчас непосредственно то, что сейчас происходит, и вот эта вот пропаганда против президента, такая какая-то, она какая-то общегосударственная, такой масштаб приобрела, что просто все против него очень жестко настроены. Трамп только начал свою работу, только начал свою деятельность. Я вижу, что человек старается, что он делает, какую-то активность проявляет. Он делает, он что-то делает. Он за год, что он пробыл, он уже сделал, по-моему, немало таких полезных вещей. Понимаешь, я не могу там, допустим, конкретно говорить, что он сделал, что не сделал, но я только вижу, как человеку ставят палки в колеса. Вот это вот сейчас идет выливание грязи на него. Для меня, как для американца, скажем, хоть и с таким жестким русским акцентом, я все равно считаю себя американцем, я сейчас себя считаю патриотом этой страны. Для меня это неприятно и обидно. Я не хочу, чтобы весь мир, знаешь, как-то посмеивался над нами и пальцем тыкали, что вот ваш президент, что вы его там обливаете грязью, не стесняясь. Я не знаю, мне это не нравится.